В поселке Связь в Засвияжском районе Ульяновска проживают тысячи людей. Среди них много пенсионеров, семей с детьми, без личного транспорта. Все они каждый день сталкиваются с одной и той же проблемой. Уехать в другой район невозможно. Особо беспокоятся жители самой дальней улицы Пожарского. Рано утром, без 15:07 и 7:15, уходит 58-я маршрутка. Но не так, подъехали, она полная набивается теми, кто едет на работу. Бабушки уже вот по такому гололеду. К 9 утра выходят где-то 8:30, ну, кто как может, и идут на трамвайную остановку, на путепровод. Это очень далеко. Это тяжело. По словам жителей, раньше 58-й маршрут ходил регулярно, каждые 2 часа. Теперь, чтобы добраться в другие районы города, надо идти либо на остановке путепровод или элеватора, что не близко, либо на остановку улицы Минина, где по требованию останавливается 20-й автобус. Но путь также не близкий. Нужно поставить вопрос перед управлением дорожного хозяйства о том, чтобы промониторить движение маршрутных такси и увеличить плечо разбег, наверное, для тех маршрутов, которые сегодня есть. Или же проработать уже вопрос с 58-м маршрутом, который, собственно, здесь и ездил столько лет. Жители поселка очень надеются, что перевозчик увеличит количество выездов 58-го маршрута. Не хватает выездов с утра для тех, кто едет в поликлинику или на промышленный рынок, а также вечером для людей, возвращающихся с работы. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.